Лёх, короче, если я сейчас поеду, ты меня потом дёргать будешь. Ну, по прямой езжай. Давай, говори. Смотри, уходишь назад почти до конца этого болота и уходишь левее, вот здесь камыши растут. Так там та твоя колея глубокая. И у меня справа просто воздуховод, я боюсь затопиться. Но ты развернешься здесь и выйдешь обратно, а там ты вряд ли выползешь, Лёх. Прямой там колея, ты не перепрыгнешь ее, сядешь. А справа там я уже разместил, там пиздец. То есть мне назад до упора, что ли? Назад, да, до упора, и вот налево уйдешь в карман и развернешься прямо в этом болоте. Какое лево? Вот это лево или вот то лево у него? Смотри. Лево, которое левое, да? Но ты сейчас назад уходишь, Леха, вот у тебя с левой стороны будет карман. Хочешь туда задом попробовать заехать? Небольшое, поэтому тебе надо либо ходом, либо передом, Лёх. Ну, я люблю далматинцев. И машина тоже. Лёх, пробей только аккуратно ход, чтоб я туда вылез. Куда хочешь вылезти? Прямо? Да куда-нибудь, на тот берег.